Девчонки, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня хочу вам показать мои пустые баночки в месяце апреля. И кому интересна данная тема, оставайтесь со мной, всем желаю приятного просмотра. Первое, что закончилось, это вот такая парочка от марки Глискур. Шампунь и бальзам для ослабленных, поврежденных волос. Здесь очень большой был объем, 400 мл у шампуня и также 400 у бальзама. Эта серия мне понравилась, она была с цветочной розовой водой. Аромат был очень приятный. Волосы хорошо шампунь промывал, бальзам их отлично увлажнял. Также они легко расчесывались, не спутывались. В общем, серия отличная, всем могу ее посоветовать. Ополаскиватель для полости рта, вот этой марки, не буду коверкать, взрывной ментол. Очень мне нравится, часто приобретаю, я довольна, хороший ополаскиватель. Вот такая закончилась у меня восстанавливающая маска для поврежденных волос и секущихся кончиков. От марки Лио или Лико, в общем, вот эта марка. Продается в фикс-прайсе, стоит либо 99, либо 77 рублей, падает, простите. Маска, девчонки, просто шикарная, с исключением того, что у нее аромат, скажем так, не очень, какой-то вот он, аромат аммиака, молодому человеку не нравилось, говорил, что волосы неприятно пахнут. Поначалу я этот аромат чувствовала постоянно, но потом уже как-то, скажем так, принюхалась и уже особо так сильно его не ощущала. Но маска просто шикарная. Волосы очень мягкие, знаете, они как будто кератином напитаны, я не знаю, как это назвать. В общем, они легко расчесывались, они такие были очень струящиеся, легкие, мягкие. В общем, маска просто шикарная, там еще есть в красной баночке и еще, по-моему, в какой-то. Ну, повторять, конечно же, буду, но... Конечно, аромат поначалу не очень нравился. Для ухода за телом от марки Evelyn Cosmetics закончился у меня крем «Интенсивный уход» с какао и маслом авокадо. Крем был очень классный, сейчас его можно также приобрести в фикс-прайсе. Я приобретала его на сайте подружка.ру. Крем был отличный, он очень питательный. Мне кажется, вот на зиму, если будет... Знаете, у вас такая очень сухая кожа, то он вас просто выручит. Но вот на весенне-летний период, мне кажется, он очень-очень сильно питательный, жирный. Но вот я его закончила. Практически почти всю зиму я его использовала. Ну вот 2 месяца, январь и февраль. И вот только лишь уже, получается, к апрелю он у меня закончился. В первых числах. И, в общем, он очень классный, могу вам посоветовать. И пахнет он очень приятно глазированными сырками. Жидкое мыло, тоже расходный такой материал каждомесячный. В общем, у Ankia это вот такое жидкое мыло с авокадо и чайным деревом. Приятный аромат, объем 500 мл. Ну, закончилось быстро, потому что я любитель по несколько раз на день помыть руки. Классное мыло, всем могу посоветовать. Стоит оно 55 рублей. Вот такая у меня закончилась пенка для умывания с гранатом. В такой нашла красивой коробочке. Конечно, оформление классное, но она, девчонки, пахла просто безумно неприятно каким-то стиральным дешевым порошком. И когда вот я умывалась, такое было чувство, будто я реально умываюсь порошком. Конечно, я не знаю, скорее всего, это подделка. Мне многие об этом писали, но вот... Я уточнила этот вопрос, действительно, это не оригинальная была косметика корейская, а вот подделки, но она стоила, я уже точно не помню, но если не ошибаюсь, 100-250 рублей, больше не приобрету, добила ее уже как мыло для рук и все. Ужасная пенка, никому не рекомендую. Возможно, ее оригинал классный, но вот подделка, конечно, меня разочаровала. Закончила также вот такой вот трехступенчатый комплекс, тоже это подделка.
В общем, в такой вот коробке шли вот такие вот три бутылёчка. Как я поняла, первый шаг. Это нам нужно просто протереть кожу вот этим вот средством. Второй шаг. Мы наносим вот это вот средство. Она такая, как знаете, как черная маска-пленка, но черные точки она абсолютно не вытаскивала. И дальше. Третий шаг. Просто протираем кожу. Насколько я поняла, что... Первое – это для того, чтобы расширить поры. Второе – чтобы вытащить черные точки. И третье – это чтобы сузить поры. Я, конечно, вот тут на бутыльках написано. Вот эти вот внизу какие-то, да, тут всякие вот названия. Но в переводчике, конечно, там вообще какие-то матерные слова получились. Поэтому не стала больше ничего переводить. Использовала таким вот образом, как я вам сказала уже вот до этого, уже заговариваюсь, переснимаю это видео, вот, и, в общем, мне не понравилось, эффекта я никакого не увидела, возможно, я как-то неправильно использовала, но вот, не знаю, больше не приобрету и вам не рекомендую, но черные точки, даже вот эта маска, она их просто не вытаскивала. А вот это вот, девочки, средство от марки Сето. Действительно корейское. Это очищающие полоски для носа. Здесь вот в таких вот индивидуальных упаковочках их было вот 6 штук этих полосок. Они реально вытаскивают черные точки. Просто вот наклеила на влажный, допустим, нос. Подержала, по-моему, 15 минут, если я не ошибаюсь. Затвердела и снимаете эту полоску, и на ней просто куча черных точек. Девчонки, суперское средство, приобрести можно в Магнит Косметик. Давно не покупала, не знаю, сколько они сейчас стоят, но я покупала их приблизительно в районе 150 рублей. Очень классное средство, всем могу порекомендовать. Два жидких мыла из серии Витамания от марки Faberlic. Люблю я эти мыла, они мне очень нравятся. Первое – это арбуз и дыня, второе – это карамбола и маракуйя. Хорошие, все могу посоветовать, они гелевые, отлично очищают кожу, хорошо пенятся, приятные ароматы, всем рекомендую. Почистила я свои запасы кремов для рук. Первое – это вот такой вот крем был цитрусовый. Какой-то хвойно-цитрусовый аромат, зимний лес. Второй – это снежная сказка с ароматом миндаля. И третье – это ароматный чай. Была такая вот коллекция. Что хочу вам сказать. Эти крема мне абсолютно не нравятся. Мне нравится их консистенция. Вот это вот, они как не впитываются, какой-то липкий эффект оставляют. В общем, больше никогда не буду приобретать крема от марки Yves Rocher, именно вот эти вот их лимитированные коллекции, ну, вообще не понравились. С горем пополам уже я их добила на ноги и больше покупать не буду. Ароматы, конечно, да, приятные попадаются, но вот, как скажем так, нанесение и действие их мне абсолютно не нравятся. 4 геля для умывания от марки Гималая, свежий старт серия. Персик, черника, клубника и лимон. Приобретала я их в магазине Fix Price. Теперь они есть там. Один стоит 77 рублей. Раньше я приобретала их тоже все 4 на сайте подружка.ру. Гели классные, расходуются быстро. Я их использую и на ночь, и утром. Очень нравятся, хорошие, всем могу посоветовать, ароматы тоже приятные. Они имеют в составе скрабирующие частички, которые хорошо очищают кожу, но при этом не травмируют. Поэтому классные, всем рекомендую. Крем для ног от марки Чистая Линия с облепихой. Кто меня давно смотрит, те знают, что я просто обожаю марку Чистая Линия. Крем этот очень хорошо смягчал пяточки, вообще кожу ног, стоп. В общем, классный, всем посоветовать его могу. Мне нравятся эти крема, я их часто приобретаю, они бюджетные. Впитывается быстро, липкости не оставляет. Приобрести можно в Пятерочке, в Магните. В общем, всем могу посоветовать. Опять-таки Чистая Линия, это фитобальзам для тела, упругость и питание.
классный. Он у меня был с ирисом и 5 эфирными маслами. Хороший, тоже быстро впитывался, кожа была увлажненная, липкости тоже никакой не оставлял. Использовала его в основном на ночь после купания. Отличный, мне он нравится. У меня также был когда-то такой же, только с клубникой. В этот раз у меня очень много всякой разной косметики от марки «Чистая линия». Закончился вот такой вот гель от марки «Чистая линия». Это идеальная кожа с цинком, мятой и ромашкой. Мне подарила его коллега, ну как подарила, отдала. У нее там половина оставалась. Ей он не подошел. Мне нравится, я такие тоже часто приобретаю сама и вам все могу посоветовать. Также крем для рук от марки также «Чистая линия», серия «Идеальная кожа» с гранатом. Понравился, хорошо впитывается, использовала и на ночь, и просто когда дома сидела за компьютером и вот мазала руки. Тоже липкости не оставляет, вот за это я марку «Чистая линия» ценю, потому что их продукты не оставляют после себя липкости. Бальзам для ног от марки Faberlic, это... Точнее, бальзам для стоп «Гладкие пяточки». Очень мне понравился. Маленький объем 50 мл. Но, девчонки, он очень хорошо питал ноги. Если у вас там растрескались пятки, либо же, я не знаю, сухая кожа, он очень хорошо увлажняет. Наносила его под носочки, потому что он очень-очень питательный. Его там нужно буквально горошину, чтобы он у вас хорошо впитался. Если вы нанесете много, то ноги у вас будут просто жирные, и впитываться будет этот крем просто нереально долго. Потому что даже когда наносила я его на ночь под носочки, то утром у меня еще ноги были в креме, скажем так. Вот, но потом, конечно, в течение дня он впитывается, и все отлично. Новинка от марки Blendamed 3D White, зубная паста с кокосовым маслом. Мне она понравилась, хорошо очищала зубы, отбеливания, конечно, какого-то я от нее особого не заметила, но по вкусу напоминала мне этот вот, знаете, оригинальный тик-так с мятой. Вот прям вот один в один она по вкусу, ну для меня хорошая, мне понравилась. Зубная паста от марки Colgate, тройное действие с натуральной мятой. Ну, тоже классно, я их так часто покупаю. Зубная паста от марки Faberlic, серия Nuki с ананасом, антикариес. Тоже хорошая, приятная, но она, знаете, так, конечно, плохо освежает. Мне кажется, она больше деткам подойдет, но очищала, в принципе, она зубы. Зубы она, в принципе, неплохо очищала, мне понравилось. Вот, наконец-таки, я попробовала все эти зубные пасты из этой их серии. Вот, ну, классная. Не знаю, конечно, буду повторять я покупку эту или нет, но посоветовать вам могу, тем более для детишек. Вот такой вот пробник маски витамина для лица с киви и авокадо от марки Faberlic. Я приобретала ее за баллы. Она очень приятно пахнет. Также она содержит косточки киви в своем составе. Мне она понравилась. Кожа после нее была такая прям свежая, гладкая, мягкая. Хорошая маска. Использовала вот ее буквально вчера. И всем вам могу посоветовать. Пробник такой вот туалетной водички от марки Yves Rocher. Здесь была такая салфеточка внутри. Приятная, такой сладкий, такой цветочный аромат. Мне понравилось. Возможно, когда-нибудь я попробую полную версию. Очередное смягчающее средство от марки Oriflame у меня закончилось. В этот раз с медом. Очень классное. Оно подходит для всех сухих участков, там, не знаю, пяточки, локти, на лице что-то там у вас, не знаю, какие-то шелушения. Хорошо, все отлично увлажняет. Я его использовала как и для губ, наносила кисточкой, и также на локти. Вот такой у меня закончился крем для рук. Ну, вроде как он корейский, не знаю, правда это или нет, может, тоже подделка. Аромат, конечно, был такой слабый, апельсиновый, в принципе... Пах нормально, но впитывался он очень даже плохо.
То есть этот вот мне оставался эффект жирности, какой-то липкости на руках, неприятный. Использовала в основном его на ночь, добила, и больше приобретать его точно не буду. Скраб для лица от марки Garnier с абрикосом. Ну, неплохой такой скраб. Он имел, знаете, такую гелевую густую текстуру, скрабирующие частички имел абрикосовых косточек. Хороший скраб, мне он понравился. Возможно, когда-нибудь повторю покупку, потому что скраб абрикосовые косточки мне уже поднадоел. Вот марки «Чистая линия», которые... Закончила вот такой бальзам для губ от марки Carmex с ванилью. Использую его в основном на ночь. Хороший бальзамчик, мне он понравился. Быстро лечит растрескавшиеся губы. Всем могу посоветовать. Закончились также вот такие вот у меня капсулы живицы от марки Faberlic. Хотела заказать повторно, но вот на сайте нет в наличии. Очень классные, здесь всего 90 капсул. Мне они понравились. Я их очень часто приобретаю, просто не всегда показываю почему-то в видео. Забываю кинуть эту баночку в пакет с пустышками. Всем могу посоветовать. Позволяет поддерживать иммунитет, тем более с этой вот ситуацией в мире. Всем могу посоветовать. Забыла, кстати, показать. Это вот коробочка от скраба вот этого от Garnier. Точнее, вот эта вот баночка. И вот так вот оно должно идти. Также два ополаскивателя для полости рта закончились от марки Colgate. Свежесть чая и лечебные травы. Приобретала в фикс-прайсе. Этот стоит 99 рублей, этот стоит 77 рублей. Часто приобретаю разные ополаскиватели. Мне они очень нравятся и всем вам могу посоветовать. Хорошо освежают дыхание. Закончился также вот такой аромат от марки Avon. Мне дарили его коллеги в том году на день рождения. Очень классный, приятный, мне он понравился, всем могу посоветовать. Именно вот эта вот сиреневая версия, там есть, по-моему, какая-то еще золотая, но мне вот эта вот именно понравилась. Возможно, конечно же, буду повторять, когда закончу свои запасы различных водичек и парфюмов. От Glescour также закончилась вот такая парочка «Объем и восстановление». Шампунь и бальзам с комплексом жидких кератинов. Тоже очень приятное, подходит для тонких волос, без объема. Мне понравился, девчонки, вот и шампунь, и бальзам. Волосы не спутывались, они были такие прям, знаете, прямые, приятно пахли. Хорошо очищали кожу головы. Мне понравилась эта серия, прям вот шампунь от Glescour, мне кажется, становится с годами только лучше и лучше. Также вот такой тоник для лица, тонизирующий, из магазина Fix Price. Вот тоже постоянно мне многие пишут в комментариях, типа, ты покупаешь косметику из Fix Price, а ты или не боишься? Девчонки, если покупать, я не знаю, там все подряд, конечно, нужно бояться. Но если брать что-то, то, что советуют многие люди, которые это уже приобретали и тестировали, тогда покупать ничего не страшно. Многие товары я приобретаю по отзывам в Инстаграме, на Ютубе. Просто так, абы что, я не беру. Поэтому тоник мне понравился, никаких прыщей он не вызвал. Аромат имел приятный, и я вам тоже могу его порекомендовать. Закончился также еще один гель для умывания от марки «Чистая линия» с цинкой, мятой и ромашкой. Мне он тоже нравится. Ну вот у меня два их, получается, закончилось. Очень классный. Прыщей он не вызывает. И также очищает эффективно лицо. И тоже, когда я использовала этот вот гель, прыщей у меня на лице не было. Планета Органика. Вот такой крем для рук на масле манго увлажняющий. Не знаю, мне кажется, производитель немножко нас обманывает. Потому что, девчонки, этот крем... Мне кажется, нужно было назвать питательный. Он очень долго впитывается на лице. Хотела сказать, уже все, заговариваюсь.
на руках оставляет какую-то пленку такую неприятную, как будто на руки, я не знаю, какие-то надели перчатки, которые вот утяжеляют кожу ваших рук. Вот серьезно. Мне он не понравился. Аромат, конечно, был приятный, но я этот крем добила на ноги. Не смогла его использовать для рук. Вот, ну, не особо, конечно, мне он понравился. Вам тоже не могу посоветовать. Жидкое мыло для рук с экстрактом персика от марки Palmolive или Palmolive. В общем, исправьте меня, если что-то не так. Называется персиковый щербет. Очень приятное, приятный был аромат персика, мне понравился. Тоже всем могу посоветовать этот продукт. Отличный, приобрести можно на сайте Wildberries. Вот такой туалетный утенок, активное очищение, фруктовый бум. Тоже очень понравился, ну, понятное дело, где он используется. Классный, аромат приятный, всем могу посоветовать, приобрести можно в магазине «Магнит». Гель для душа от марки Faberlic, серия Beauty Cafe, вишневый конфитюр. Очень приятно пахнет вишневым вареньем, вишневым каким-то джемом. Всем рекомендую, я часто его приобретаю. И гель, и жидкое мыло для рук очень тоже классное. Вот такой закончился дезодорант от марки Fa, серия Bali, с ароматом манго и цветка ванили. Очень классный, тоже часто приобретаю, защищает отлично, не перебивает аромат духов. Всем его рекомендую. Шампунь от марки Yves Rocher с ароматом липы, тоже мне понравился, волосы были очень приятно пахнущие, хорошо очищал их, конечно, немного он спутывал, но, в принципе, неплохой, если использовать его с бальзамом, то, конечно же, волосы спутываться так сильно не будут. Мне понравился, получала его я в подарок за свой заказ. Закончилось также средство для мытья посуды сорти с лимоном. Ну, не знаю, что добавить, я вам часто его показываю, приобретаю в фикс-прайсе, стоит оно там 27,50. Вот, хорошее, очищает посуду отлично, аромат приятный, рекомендую. Лосьон для тела от марки Avon, искушающая клубника и белый шоколад. Очень приятно пах, впитывался быстро, липкости после себя никакой не оставлял. Пах очень приятно, вот йогуртом чудо с клубникой. Классный, всем могу посоветовать. И вот просто закончилась у меня, девчонки, грубейшая подделка. Это EOS. Думаю, многие знают эти бальзамчики. Ну, девчонки, EOS, я думаю, многие блогеры знают, как он выглядит. Да и не только блогеры. Он должен быть, получается, что такого молочного цвета. Упаковочка у него прорезиненная. А это просто китайская подделка с Алиэкспресса. Я его приобретала у коллеги на работе. Думала, что это будет настоящий EOS. Но, блин, что я хотела за 70 рублей? В общем, такого красного цвета. Он идет вроде бы как с фруктами. Какой-то у меня волос здесь, извините. Он идет с фруктами. Конечно, фруктами не пахнет. Какой-то, знаете, такой прям кислый, неприятный аромат. В общем, не понравился. Приобретать я, конечно, больше такую, простите за выражение, фигню не буду. Использовала, конечно, я его на губы. Аромат был не очень такой, знаете, приятный. И по действию он был не очень. Как-то губы, не знаю, у меня сушил. И также цвет на губах он давал такой слабый красноватый. В общем, не понравился. Я его, конечно, уже... оставалось там у меня вообще немножко на дне, просто уже его ватным диском убрала и выкинула. Вот так. Вот такая у меня закончилась маска для лица ночная с тыквой. Вот она была действительно корейская. Она мне понравилась, кожа после использования была очень мягкая, такая гладенькая. Тоже вам всем могу посоветовать, вот эта маска отличная. Бальзам для губ от марки Blistex. Не знаю, что добавить. Я его просто обожаю. Он мне очень нравится. Лечит всякие растрескавшиеся губы. И не только. Он для меня просто номер один. Конечно же, на уровне с Carmex. Очень классный. Всем могу посоветовать. И последнее, что я хочу вам показать, это тканевые маски.
Конечно, мне тоже многие писали, что они не настоящие корейские, что это подделка. Ну, окей, давайте будем называть их подделкой. В общем, первая маска с оливой. Она очень приятно пахла, никакого раздражения, ничего такого у меня на коже не вызвало. Здесь все как бы на корейском, на китайском, решайте сами. В общем, приятная, кожу хорошо увлажняла, выравнивала тон лица, мне она понравилась. Вторая вот такая вот от марки Bio Aqua с апельсином. Лекало было отличное, кстати, у этой тоже было хорошее лекало. Они, в принципе, у всех масок лекало было нормальное, как должно быть. Глаза на месте, нос на месте. Не такое, что там, не знаю, какой-то пласт кладешь на лицо и не знаешь, что с этим делать. Вот эта маска тоже понравилась. Аромат был такой, конечно, слабоватый, апельсиновый. Увлажняла кожу хорошо, пропитки было достаточно, мне понравилось. Вторая маска также от марки Bio Aqua. Честно, не помню, чем она пахла, но тоже кожу увлажняла хорошо, никаких высыпаний не вызвала, и на этом спасибо. Я осталась довольна. И вот такая вот следующая маска, это какая-то она была увлажняющая, я не знаю, от какой она марки, может быть, от вот этой. Хорошая тоже, в принципе, мне все понравились, для меня достаточно будет увлажнения. Вот и все на этом. Девчонки, ну вот и все мои пустые баночки за месяц апрель. Кому это видео понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, а также на мой инстаграм. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр, хорошего вам настроения и всем пока-пока!